Конкурс «Ученик года» проходит в Анапе уже в 16-й раз. В этот день пяти конкурсантам предстояло пройти 4 номинации. В первой, которая стала уже традиционной, визитная карточка, учащиеся рассказывали о себе. Помимо того, что все ученики учатся только на 4-5, являются частыми участниками школьных олимпиад, каждый из конкурсантов старался убедить жюри в том, что он личность интересная, творческая, оригинальная. Участница под номером 1 Кристина Ставбун из 5-й школы на протяжении 2 лет является редактором школьной газеты «Юность». Дарья Гайдученко, ученица школы номер 8, признается, что старается все в жизни делать с любовью. Поэтому ее душа всегда поет. София Зайцева, которая представила 16-ю школу, любит путешествовать по миру. Ученик гимназии «Аврора» Дмитрий Ахмедов – заядлый КВНщик и шахматист. А президент гимназии «Росток» Инна Михаленко живет под девизом: «Чтобы быть счастливой, счастье нужно сотворить самой». Счастье – это открывать себе новые возможности и чувства, неизвестные тебе прежде. Я стала участницей волонтерского движения. А недавно я получила премию главы муниципального образования город-курорт Анапа одаренным детям за успехи в области образования. Мне также посчастливилось стать членом жюри детского кинофестиваля «Киномалышок». 2013 год объявлен России годом охраны окружающей среды. Поэтому вторая номинация получила название «Экология совести». Ребята считают, чтобы планета была вечно зеленой, людям нужно забыть о собственном эгоизме и начать с экологии самого себя. Ведь, как говорится, большое дело начинается с малого. Тогда любовь к окружающей среде обязательно будет царить вечно. Человек, у всех людей одна планета. Только ты в состоянии сохранить то, что есть. Прекратить те страдания, что несешь, словно месть. «Я лидер» – именно так называлась третья номинация, которая заставила каждого конкурсанта поразмыслить над тем, какими качествами должен обладать ученик, чтобы быть молодежным лидером. Все участники конкурса едины во мнении. Лидер – это тот человек, который помогает другому тоже стать лидером. В последней номинации «Хобби» ребята рассказывали о своих увлечениях. Это занятия танцами, музыкой, игра в школьном театре, победы в спорте. Победительницей конкурса «Ученик года 2013» стала Дарья Гайдученко из 8-й школы. Ей удалось доказать, что она лучшая. А проигравших здесь просто нет, ведь всех учеников отличают трудолюбие, творческий подход к делу, индивидуальность и стремление к знаниям. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа регион.